Кристина идет на таран, догоняет девочку, догоняет русалочку маленькую. Давай, Кристина, все быстрее. Всем привет, вы на канале Близость Кристина. Сегодня мы будем испытывать, что будем, на рукавнички испытывать и такой вот плавательный круг. Кристина, ты готова? С чего начнем? Ой. Давай, наверное, мы сначала на рукавнички тебя оденем. Как ты думаешь, да? Мы их достанем и надуем. Это где у нас? На рукавнички. Что, Кристина, у тебя теплая сегодня водичка? Смотри, Кристина, тут есть два клапана, которые нужно будет надуть. Мы их сейчас тебе оденем, а потом надуем, да? Ну что, давай, на какую? На эту ручку? Ух ты, Кристина, смотри, какая ты сильная стала. Сколько мышц у тебя на руке, ух, да? Как бодибилдер маленький. Давай на вторую теперь ручку, да? А ну-ка покажись, Кристинушка. Ух, какая красота. Нравится тебе? Ты даже руки не можешь опустить. Что это за какой-то инопланетный, такой как в скафандре ты в каком-то. Еще на ножки такие, было бы вообще супер, да, Кристина? Ух ты! Так интересно смотрится. Кристина, ну теперь на очереди вот такой вот плавательный круг. Его, наверное, подольше надо будет надувать. Сейчас мы надуем и потом уже покажем, как ты в него будешь залазить, да? Хорошо. Почти как бассейн надувной. Смотри, какой он огромный. А ну-ка, разворачивай его. Разворачивай, разворачивай. Ух ты! Какой он огромный, Кристина. Там еще какая-то инструкция внутри. Ну, я думаю, можно обойтись будет и без инструкции. Да, Кристина? Кристина, смотри, мы надули такой огромный-огромный круг. Он даже в виде кресла. У него спинка есть. Кристина, ты будешь вообще как принцесса настоящая. А теперь можешь в воду заходить дальше. Ту-ду-ду-ду-ду. Все, Кристина как баркас какой-то поплыла. Кристина, ну можешь дальше заходить. Я думаю, с этим чудо-креслом тебе уже никакие волны не страшны. Ой-ой-ой. Давай, смотри, здесь очень большие волны возле берега, да? Ух ты, Кристина. Вот это здорово. Говори, можно рукавнички не надевать в таком кресле? Ой. Плывем, 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 плывем. Кристина, куда плывем? А? Кристина. С другой стороны Черного моря Турция. Может, на Турцию махнем, а? Кристина. Или в Средиземное море выплывем. Немножко сегодня штормит, поэтому водичка не очень, да, такая чистенькая? Ну, я думаю, зато тепленькая. Кристинушка, а давай мы попробуем просто поплавать на рукавничках. Да, прикольно. Здорово. Кристина идет на таран, догоняет девочку, догоняет русалочку маленькую. Давай, Кристина, побыстрее. У нас такие гонки Формула-1 на воде. Вперед. О, у Кристинушки даже первый номер. Я и не видел. У нее, оказывается, первый номер на круге нарисован. Да, смотри, Кристина, у тебя циферка 1. Ты победитель, настоящий чемпион. А ну догоняем, догоняем девочку, догоняем. Ух ты, как девочка с хвостиком, как русалочка. Быстро, быстро. Всем пока-пока, спасибо за просмотр и подписывайтесь на канал. Пока-пока. Пока.